то есть человек, который находится в группе, если он связан с группой, он получает от нее обязательно все силы, которые ему нужны, чтобы привести себя в равновесие. И нет у него больше никаких забот. Ему не, им неоткуда взяться, потому что общество немедленно их гасит. Вся наша забота, все наши заботы у нас, находящихся в сети, могут происходить только, если я чего-то из этой сети не получаю. Потому что действительность заключается в том, что мы находимся в сети связи друг с другом. В сети связи друг с другом. И если я чувствую, что я чего-то у других не получаю, а других не получаю, у меня возникают заботы, волнения. Кто я, что я, что будет. Но в тот момент, когда я нахожусь в связи с остальными, и я понимаю суть этой связи, я начинаю раскрывать, что в правильной группе, в правильном обществе я начинаю раскрывать, что у меня есть все. Полное снабжение, которое нейтрализует меня полностью. Я становлюсь свободным уже не в этом мире. Этот мир у нас называется тем, что мы чувствуем связь между собой, большую или меньшую, зависим друг от друга. В плохом смысле этого слова, отрицательными силами. Каждый как будто бы не на своем месте, занимает чужое место. И раскрытие негативных взаимоотношений между нами, потому что есть только сеть, и мы в ней, как в паутине. Отрицательная реакция от всех, я это называю эгоистический мир, или этот мир, аулама-зе. Когда я начинаю связываться с несколькими более близкими ко мне в этой системе, это значит, что я попадаю в группу каббалистов. Не просто в какую-то там группу, а приводит меня к тем, с кем я действительно связан в этой сети. Это не как в этой жизни, где я просто слоняюсь среди подобных мне животных. Если меня туда тянет, то я получаю направление на связь с теми, кто действительно близки мне в этой духовной сети. И я нахожу их, это может быть очень далеко от того места, где я находился в животной сети. И тогда моя связь начинает развиваться в соответствии с близостью с ним. До того момента, как я прихожу к состоянию, в котором они могут дать мне состояние без заботы. Это первый этап отмены. А второй этап отмены — это когда они дают мне большую ценность высшего, высокую оценку высшего, группы, дающего.